Добрий вечір. Наш ефір продовжує програма «Тема дня». І сьогодні ми поговоримо про нові розробки оборонної промисловості для української армії і не тільки. В студії разом зі мною Олексій Каргапольцев, заступник директора з технічного розвитку державного підприємства «Миколаївський бронетанковий завод». Доброго вечора. Вітаємо вас в нашій студії. Пане Олексій, підприємство працює на оборонну промисловість. Але, наскільки я розумію, є багато напрямків, в яких ви працюєте. Власне, які вони? Для початку хотілося б попривітувати всіх телезрителей. Значить, наше підприємство «Миколаївський бронетанковий завод» в основному працює на по ремонту, капитальному ремонту существующей бронетехники. Вот. Также на нашем предприятии производится модернизация существующей бронетехники. И последние годы мы занимаемся разработками и совершенно новых видов техники. Ну, давайте про нові види техніки, про розробку ми поговоримо трохи пізніше, а зараз поговоримо про модернізацію. Наскільки я розумію, питання, ну, воно було на часі. В Україні війна, і українська армія потребує модернізовану техніку, нову техніку, тому що та техніка, якою користується українська армія, вона застаріла для сучасних умов ведення боїв. І трохи про модернізацію. Яким чином це відбувається і що нове з'являється на техніці? Вы правильно подметили, действительно вся существующая техника очень сильно устарела. Она создавалась, скажем так, очень давно, порядка там более даже существует и 30, и 40 лет назад. Наше предприятие занимается в основном модернизацией в направлении, мы меняем силовые агрегаты на более экономичные, более мощные, что позволяет технике преодолевать, скажем так, по сравнению с тем, как это было раньше, возможные препятствия, которые могут возникнуть в процессе ведения боевых действий. Вот. Также очень большое внимание в процессе модернизации уделяется эргономике. Устанавливаются дополнительные элементы, позволяющие десантироваться бойцам. А про что идется? Про какие это элементы? В частности, это дополнительные люки десанта, которых раньше на технике не было. И для того, чтобы выбраться из техники, существовало всего лишь два люка сверху. И вот весь экипаж должен был эвакуироваться экстренно через них. В случае чего-то. Либо десантироваться для проведения каких-то определенных боевых задач. Значит, мы устанавливаем дополнительные люки, которые позволили, значит, проводить быструю эвакуацию в случае каких-то там боевых моментов, либо вот, десантироваться. Ну, дивіться, в мене ще є таке питання. Ну, власне, модернізація – це такий один пункт, але ж сучасна зброя, вона інша. У неї інші якісь характеристики, такі саме бойові. І враховуючи саму назву вашого заводу – бронетанковий, броня, ну, я, наскільки розумію, це теж достатньо актуально на сьогодні. Броньовані машини мають бути, але ж 40 років тому створені, наскільки вони відповідають сучасним вимогам? Существуют на заводе разработки, непосредственно даже есть разработки нашего предприятия. Мы устанавливаем дополнительное бронирование при необходимости, вот, которые позволяют действительно повысить боевые возможности техники. Ну, якщо ми говоримо про модернізацію, напевно, йдеться і про ту техніку, яка вже показала себе на сході України, там, де зараз тривають бойові дії. Чи є відгуки від хлопців? Є по нашій модернізації, яка була проведена і розроблена на нашому підприємстві. Дійсно, були положительні відзиви серед бойців. Значить, ці відзиви прозвучали в адрес генерального директора концерну, в который мы входим, Укроборонпрома, во время визита генерального директора как раз в зону боевых действий. Ну и давайте уже поговорим про новые разработки.
має бути якесь, ну, потужне наукове підґрунтя для того, щоб були нові розробки. І якщо ми говоримо вже про розробки і трохи торкнемось ще модернізації, чи враховуєте ви при створенні нового якогось озброєння або при модернізації, чи враховуєте ви побажання або рекомендації сучасних військових? Процес модернізації техніки привел наше предприятие за определенный период работы к тому, что необходимо создавать свою, как говорится, технику. Значит, и наше предприятие, значит, разработало бронированную разведывательную машину «Мангуст», которая, в принципе, не является ни глубокой модернизацией старой техники. Это непосредственно созданная с нуля боевая машина. Значит, данный автомобиль был боевой представлен на выставке «Зброя и безпека» в прошлом году. Что это за выставка? Это разработка минулого года еще. Разработка не ведется за один день. Вона ведеться годами. Розкажіть, от весь шлях від ідеї до реалізації, скільки це займає часу? Порядка 4-5 років. І у кого вперше виникла ідея створити подібний транспорт? Що це за машина? Що вона з себе представляє? Значит, как вообще возникает идея создания новой техники? Собираются отзывы либо, допустим, там, скажем так, в эпоху современную, интернет очень много чего позволяет прочитать. И на основе этого делается техническое задание. Значит, есть бронемашина, которая там имеет определенный ряд недостатков, но она имеет и преимущества. Есть другой тип бронемашины, которая имеет ряд преимуществ, но имеет ряд недостатков. Собираются преимущества все в один определенный, как бы, пакет, который позволяет создать это техническое задание, и на основе него начинается разработка новой техники. Вот цікаво, там, ну, наприклад, на якихось там автозаводах, так, є дизайнер, який розробляє, ну, зовнішність в тому числі. У вас теж є така людина? Ну, дизайнера у нас нету. У нас есть хороший технический отдел, вот, который, в принципе, и занимался разработкой внешнего вида новой машины. Как она выглядит? Пишите ее. Недавно нашему заводу исполнилось 70 лет. И, значит, во время празднования завода мы выставили нашу технику возле юности. И вот проходило мимо, скажем так, один из людей, просто проходил мимо, подошел, посмотрел на нашу машину, нашей разработки, и как бы спросил, а это типа, ну, наша или где-то там привезенная, там, американская. Вот получается, как бы, к чему я веду, что внешний вид машины соответствует всем, как бы, современным требованиям. Ну, она не скопированная, но она уже как бы соответствует всем этим требованиям. Она больше по внутреннему объему. Вот. Она сделана так, что не более устойчивая к переворачиваниям, что было на старой технике довольно проблемно. А что она умеет? Для чего вот вся машина? Это разведывательная машина. В первую очередь задача доставить определенный десант в определенную точку, и в случае где-то, как вы сами понимаете, когда идет в разведку группа, то, соответственно, где-то начинают следить, ну, как говорится, контрразведка, чтобы не пришли. Вот, задача доставить ее в точку всех бойцов под защитой брони. Вот. И точно так же ее задача, наоборот, забрать людей с разведки и вернуть, как говорится, живыми назад. Ну, то есть один из таких ключевых пунктов – это швидкість. Да. Какие характеристики этой машины? Что она умеет, кроме того, что швидко машина рухатись? Плавающая. То есть она может пересекать определенные водоемы без особых проблем. Значит, по скоростным характеристикам движение на трассе порядка 100-110 км в час, движение по
по пересеченной местности тоже, в зависимости от местности, может быть и 50, и 60, и 70. Очень машина удобная в плане десантирования. У нее большое количество люков, скажем так, которые позволяют производить десантирование, либо наоборот забирать людей. И сколько людей она может брать на борт, если можно так высловитись? Давайте скажем так, больше, чем аналоги. От ви кажете про аналоги, а трохи раніше говорили про те, що машина ні на що не схожа. Але ж є аналоги в чому? Є аналоги, скажімо так, не в определенних технічних моментах, а в типах машин. Тобто, будь-яка розвідувальна машина, яка такого ж класу. А чи виробляють в Україні розвідувальні машини такого класу? Або Миколаїв в цьому плані були єдині? Ні, тільки займаються ремонтами, модернізацією старих. А якщо ми говоримо про аналоги, з ким можна порівняти? Ну, хоча б так, віддалено. Як показала виставка «Зброя і безпека», яка пройшла в 2017 році, там була заінтересованість даної машини польською стороною. В принципі, аналогів поки ми не сталкивались. Не то, чтобы нету, но пока мы не сталкивались. Ну, якщо ми говоримо про це, про те, що це абсолютно нова якась розробка, так, давайте повернемось до наукового боку. Хто займався, хто допомагав з розробками, чи це виключно миколаївські фахівці, або ви залучали когось? Ні, це исключительно були люди нашого заводу. Нельзя сказати, що займався цим один або два чоловіка. Кожен чоловік на заводі, в принципі, внес свою крупицю в створення даної бронемашини. І ви казали про польських партнерів, ну, можливих партнерів, так? Можливих. Участь у виставці. Ви з єдиним таким зразком поїхали, чи Миколаїв може ще щось показати? На виставці ми представили не тільки машину, на виставці був представлений роботизований бойовий модуль. Данный модуль позволяет вести огонь, находясь не в непосредственной близости к орудию. Можно за 200 метров находиться. То есть, вот, он работает по закрытым защищенным радиоканалам. Вот, перехватить его управление, в принципе, очень тяжело. То, почекайте, давайте так. Для людини, яка зовсім нічого не розуміє в подібній техніці, ви кажете про те, щоб перехопити керування автомобілем. Ні, управління бойовим модулем. Управління бойовим модулем. Як це робиться? Як ви захищаєте свою техніку? І, ну, власне, ну, трохи докладніше. Ви ж розумієте, не можу сказати, як ми захищаємо. Не все можна говорити. Значить, власне, електроніка – це теж Миколаїв розробляв? Це совмісний проєкт. Ми розробляли саму башню, її зовнішній вид. Що вона має вміти? Потому как это считается уже роботизированной системой, то есть она должна работать независимо иногда от каких-то прихотей человека. Вот. И у нас был партнер в плане разработки программного обеспечения. А каким чином вы выпробуете все эти модули окремо, або вже коли зібрали? Яким чином, ну, от ви кажете, що від ідеї до реалізації кілька років. За кілька років ви мали перевіряти, розробляти, враховувати якісь побажання, якісь недоліки. Чи були якісь такі моменти, коли, ну, можливо, опускалися руки, ну, не виходить? Або ви одразу, ну, все так от як пішло, так все гарно вийшло? В тому-то є прелість заводу, що кожен, як я вже говорив, вносить крупицю. Якщо у кого-то опускаються руки, хтось це підхватує. Вот, и, соответственно, в любом случае всегда двигается все дальше. Де, ну, яким чином, де і як ви випробували всі ці деталі? Яким чином ви все збрали докупи? Непосредственно на нашем предприятии, допустим, когда разрабатывался модуль боевой, то выезжали на полигон, договаривались с военными, делали тоже, как говорится, отстрел модуля. Проверяли его в непосредственно приближенных, скажем так, условиях. То есть мы можем сказать, что військові активні учасники? Да, наши, скажем так, миколаївські все бригады, что у нас находятся, они очень активно участвуют во всех
розробках заводу, де необхідна допомога. Якщо ми говоримо про перспективи, що далі? Как я уже упомянул, была заинтересованность польских партнеров. В данный момент польские партнеры предложили и пригласили нас на выставку международную, очень крупную, которая будет проходить в Польше, где они готовы нам помочь дооснастить машину согласно стандартам НАТО, вот, и в последующем совместный продукт. Ну, добре, цей автомобіль, ну, будемо сподіватися, що найближчим часом вже, ну так, мас виробництво буде, да? Ну, назвемо це так. А щось цікаве є зараз, якісь розробки, над чим ви зараз чим займаєтесь? В основному розробки на даний момент, ввиду того, что вот заинтересовались польские партнеры, есть заинтересованность нашей армии. Как показала выставка с броей Безпека, значит, что там было проделано? В процессе выставки там был свободный вход всех к демонстрирующим моделям техники. И очень много проходило мимо данной техники военных бывших, которые были в АТО, либо находились на ротации в данный момент. И все их, как говорится, пожелания были учтены, потом обработаны, и в данный момент вносится очень много изменений, согласно того, что хотели бы видеть военные на данной технике. Вот, поэтому в основном этот. Вот. Также, в принципе, хотелось бы сказать, на заводе внедряются, несмотря ни на что, внедряются и современные режущие инструменты. Вот, внедряются современные сварочные технологии. Вот, то есть постоянно идет процесс модернизации технологических процессов, производства. Обучаются люди чему-то новому, чему-то перспективному. А в своїй модернізації ви на кого спираєтесь? На які, можливо, підприємства? Можливо, в Україні, можливо, за кордоном. Є, ну, і сучасні якісь вимоги до техніки, власне, до виробництва є сучасні вимоги. Наскільки бронетанковий завод сьогодні відповідає вимогам часу? Значить, в розробці нашої машини ми стараємося максимально опираться на то, что производится в Украине. То есть, чтобы не зависеть от разного, как говорится, влияния, там того нету, этого нету, это не производим. Но, к сожалению, не все производится на территории у нас. Вот, есть определенные моменты, которые, да, приходится закупать. То, в принципі, ми сьогодні не можемо сказати, що машина виключно українська. Якісь деталі ви замовляли в інших містах, або це дійсно виключно українська розробка? Від електроніки до механіки. Правильно сказати, її можна вважати українським продуктом. То, что отдельные элементы не производятся у нас, их приходится покупать. Ну, отдельный элемент, он как отдельный элемент. Не будь он в технике, соответственно, нету в нем и потребности. Ну, ви як часто берете участь в подібних виставках і для себе щось нове, щось цікаве ви підхоплюєте на подібних заходах? І яким чином впроваджуєте у себе у виробництві? На зброї безпеки ми участвуємо кожен рік. Кожен рік представляємо, стараємося щось нове, але так як цикл створення доволі довгий, не завжди це виходить. Вот. І вот за последнее время, несколько лет, мы впервые вот будем принимать участие в очень серьезной международной выставке на территории страны Евросоюза. Вот это будет проходить, как я уже говорил, в Польше. И повезете саме цей зразок? Да. Яку реакцію очікуєте? Лише раніше вас бачили лише поляки, а тепер, наскільки я розумію, побачать набагато більше країн. Чи є таке бажання або, можливо, навіть впевненість в тому, що, окрім поляків, ще хтось зацікавиться вашою розробкою?
Значит, ожидать реакцию, честно говоря, очень тяжело, какая она будет. Но мы надеемся на самое лучшее, на то, что действительно проявится интерес, на то, что иностранные партнеры, понимая, что у нас проходит, скажем так, на востоке Украины, вот, и мы можем создавать технику, которая способна противостоять вот этим вот всем, как говорится, моментам, которые сейчас идут. Ну, у мене ще таке питання. Наскільки держава, ну, враховуючи те, що ви державне підприємство, наскільки держава сьогодні допомагає у тому, щоб підприємство могло вільно розвиватись і достатньо ефективно розробляти якісь нові зразки озброєння? Допомагає? Замовлення є? Ці закази від государства, від Міністерства оборони є на заводі постійні. От завод останні роки, скажем так, в основном работает на Министерство обороны. Вот. А создание техники мы ведем собственными силами. Данная машина, которая вот создалась нами, она полностью собственными силами. Власне, вы ее уже выпробовали, она полностью закончена и может быть, ну, скажімо так, вже бути в армії? Або є ще певні недоліки, які ви виправляєте? Ми ще продовжуємо роботу, як я вже говорив, вот по тим моментам, які нам підказали військові, вот, ми продовжуємо роботу і паралельно проводимо іспитання всі. Цикл іспитань, він теж дуже длительний. Спочатку проводяться заводські іспитання. После заводских испытаний проводятся еще государственные испытания. О, вот. Як це? Державні іспити. Державні випробування тут очень... Держава прискіплива? Да, и я считаю это правильным. Дело в том, что в первую очередь наша задача обеспечить, как говорится, жизнь бойцов. Это стоит на первом, как говорится, плане. Вот, поэтому здесь государство должно быть в первую очередь заинтересовано сохранить жизни людей. Далее вот. Випробування на заводе, державне випробування. Яким чином воно відбувається? Яким чином держава проводить ці випробування? Существует на территории, ну как, не то, что на территории, при Министерстве обороны научно-исследовательские центры, в которые, то есть, есть центр, так и есть, он, по-моему, называется, державных выпробований. Вот они и проводят, есть программы испытаний новых образцов техники. Вот, и согласно этих программ идут длительные там испытания, потому что испытать на определенные моменты можно, там, сказать так, за один день. А как себя поведет техника через какое-то время эксплуатации, тоже ж надо знать. Поэтому именно вот эти вот испытания проходят тоже не один день. Они проходят в разных полевых условиях, они проходят в разных климатических, зима, лето, осень, разные погоды. Тобто при розробці враховувались навіть такі моменти, що машина працюватиме от определенных температур. А у нього має бути определенний срок служби, вот, который може бути залежить від літ, від наработки моточасов. Тобто машина може за 3 роки наработати там, порядка 50 або 100 моточасов, а може за 3 роки наработати і 200. То есть в зависимости от эксплуатации. Поэтому наработка ведется вот именно программа испытаний, как раз учесть вот эти все моменты. Как вона себе показала? На нескольких полигонах показала довольно хорошо. Вот, очень тихий двигатель. Это, звісно, вот. Для разведывательной машины это плюс. Это один из приоритетов был для разведывательной машины. Очень а за рахунок чего удалось сделать так, чтобы двигун майже його не чутно було. Это современные дизельные двигатели, которые, в принципе, позволяют достичь от них очень, скажем так, тихой работы. Вот. Ви попробували в Миколаєві? Да. Що військові сказали? Поділіться враженнями. Задоволені, цікаво їм? Скажу вам так, мы когда ехали на первый полигон испытывать машину, получается, проезжали через мимо 79-й бригады, ну,
Как понимаете, там стоят на остановках люди, военные. И, в принципе, очень сильно было заметно, что оборачивались, смотрели на машину. А вы спостерегали? Ну, конечно. Да. Вот, есть заинтересованность. На выставке вот тоже многие военные подходили. Да, говорят, не хватает техники вот такого класса. Ну що ж, на жаль, наш час вже вичерпано, ми вимушені прощатися, але ну, мені залишається побажати вам успіхів. Дякую за те, що завітали до студії, дякую за розмову. На все добре. До побачення.